Ну, созвонились с тренером, появился у него интерес, я сразу же согласился и приехал в команду. Многие тебя характеризуют как цепкого, а может, слегка агрессивного в игровом плане защитника. Согласишься ли с этим утверждением и как можешь себя, может, характеризовать? Ну, наверное, да, это мое одно из самых лучших, наверное, качеств. Агрессия, единоборство и больше такой агрессивного плана футболиста. А ты поиграл не только в Беларуси, также и за рубежом. ФНЛ, можешь ли сравнить уровни и чем-то отличается, может, чемпионаты? Я не знаю, я так сильно не следил сейчас за белорусским чемпионатом, но вот когда был в Беларуси, скажу, что тут более позиционный футбол, более тактика, там больше агрессии, больше скорости, все быстрее на так. Поднять команду как можно выше и сделать так, чтобы был футбол интересен, и люди ходили на стадион и поддерживали Гомель. В Гомеле одни из самых лучших болельщиков в стране. Что ты можешь передать? Да, я хочу сказать, что нам нужна ваша поддержка. Приходите на стадион, мы будем очень рады. С возвращением в Гомель. Расскажи, как возник вариант с нашей командой. Что я могу сказать? Спасибо. Гомель всегда для меня очень важная команда, как дом. Я уже 100 раз говорил. Но есть вариант, 2-3, и Гомель вот это вариант тоже. И просто согласен, а я тут. Вот. Какие твои личные задачи, цели на этот период, когда ты будешь в нашей команде? Как раньше, как обычно. Играть, пытаюсь в игры каждый играть. Как мы раньше делали. Вот, это не, у меня нету другой, aim. Просто обычно играть, выиграть, делать, что я могу делать, дают максимальная работа всегда, обычно, я могу сказать. Вот. Расскажи про самые важные моменты за период твоей карьеры в Гомеле в предыдущий раз. Вот это 100% будет, когда мы выиграем Кубу Беларусь. Да, вот это самый важный момент. И вот это в моем сердце, все в жизни, могу сказать. Вот это время, когда выиграем Кубу Беларусь. I want to say a big thank you to all the fans of FC Gomel and continue to support and give the best, and God's grace, we continue to try to win games and maybe we can achieve more victories together. So thank you everyone and continue to support us as usual.